25 февраля уважаемый Эмомали Рахмон принял председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко. На встрече были рассмотрены состояние перспективы дружественных отношений между Таджикистаном и Россией в приоритетных сферах, а также межпарламентских отношений между двумя странами. Стороны обменялись мнениями о состоянии взаимодействия двух стран, деятельности межправительственной комиссии и таджикско-российского межпарламентского форума по развитию стратегического партнерства. На встрече были рассмотрены вопросы укрепление многоплановых отношений между регионами Таджикистана и России, развитие и расширение межгосударственного торгово-экономического сотрудничества, привлечение российских инвестиций в экономику Таджикистана, особенно на региональном уровне. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития отношений в культурно-гуманитарной сфере, трудовой миграции и отношений в сфере образования. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о быстро меняющейся политической ситуации в мире, эскалации конфликта в некоторых регионах, политической ситуации в Афганистане и борьбе с угрозами и вызовами современного мира.